Как давить круто! Да-да! Эйфелева башня. La Tour Eiffel. Я просто прочитала, не думайте, что я знаю французский. Да, я просто прочитала. Не волнуйтесь, я все еще такая же, но... Безусловно, главный символ Франции, по которому эту страну узнают во всех уголках этого мира, является Эйфелева башня. Расположенная в столице Парижа. 324-метровая, она гордо возвышается над городом на Марсовом поле, которое когда-то служило военным плащом. Открыли ее для горожан в 1889 году. Тогда она служила проходом на всемирную выставку, приуроченную к столетию взятия Бастилии. Да? Вы снимаете, да? А я тут это дурачусь. Так, дальше у нас Елисейские поля. Во Франции являются главной и самой популярной улицей Парижа. Свое начало она берет от площади Конкорд. Согласие. А заканчивается Триумфальной аркой. Здесь проходят самые значимые события в городе. Ну, а я пошла. До свидания, ребят. Пока. С вами была Александра Врум-Врум. Увидимся на следующей неделе.